Всем привет, дорогие друзья! Всем добрый вечер! У нас сегодня такая была жара, за 35, наверное. И вечером, вот сейчас, около 4, полпятого, наверное, детей проводили, они поехали в Москву с выходных. И у нас пошел тропический ливень. Ливень, сейчас немножко притих. Прям лил, как из ведра. Гром, гроза, ливень, и вся природа ожила. Сейчас немножко притих, и такой тихий, спокойный дождячок. Но гремит страшно все равно. Такие раскаты. Грома, молния. Ой, сейчас немножко притих, я вышла. Но так хорошо дышится. Днем вообще невозможно было нос высунуть. А сейчас легко. О, еще никак не хочет уходить. Громыхает. Прогуляемся с вами немножко. Немножко. Чуть-чуть. По волшебному саду после дождя. Сини потихонечку зацветает. О, как гремит. И лягушки в расцепную, и маленькие лягушата. До теплицы. Хотела сегодня помидор поливать, а, наверное, не буду. Забежала под козырек. Немного притихнет и опять. Притихнет и опять. И снова лужи. И небо все такое серое заволокло. Жасмин уже отцветает, осыпается. И запаха нет такого. И поднялся ветерок. Макушки деревьев зашевелились. Тридцатое июня. Последний день первого летнего месяца. 30 июня. Завтра 1 июля. Гортензии вот зацветают. И молнии сверкают. Гром гремит. И белые розы на земле лежат. Вот они. Все. Ай-яй-яй. Вот такие лилии еще у меня зацветают. Ой, молния. И ромашки. И ванна через край.